Всем доброе утро. Всем здравствуйте. Что кушаешь? Суп. Суп с молоком, да? А я здесь поставила компот вариться, потому что ягоду нужно использовать. Ну и детки пьют очень хорошо. Уже новый квас поставила. А вот здесь нужно будет кастрюлю от супа помыть. И у меня сегодня очень простое печенье. Так что, если вам интересно, я вам сейчас расскажу рецепт. Смотрите, я добавила 1 яйцо, 5 столовых ложек сахара, соль, щепотка, мука 12 столовых ложек, сода 0,5 чайной ложки, масло сливочное 85 грамм, я его такое, оно мягкое, я потерла его. И шоколад 50 грамм. Я добавила шоколад. У меня сейчас покажу вам какой. Я хотела... Сейчас, Гошечка, подожди. Вот такой вот у меня шоколадная такая вот... вот такая вот штучка. Я ее, в общем, посыпала. В общем, сейчас завожу тесто и рассказываю, что буду делать дальше. Так, ну что, вот такое тесто у меня получилось. И сейчас я буду катать такие шарики и выкладывать на тарелочку. И как вы думаете, где я буду это выпекать? В микроволновке. Вот такой простой рецепт. Очень быстро готовится, так что смотрите дальше, что и как. Так, ну что, вот так накатала. Я такие вот печенюшки сейчас берем. Вот так вот. Раз. Два. И как бы их прижимаем, да? Так. Вот такие вот печенюшки должны получиться. Девчонки, честно сказать, первый раз вот делаю именно в микроволновке. В общем, попробуем вместе с вами. И я вам скажу, получилось или нет. Вот у меня еще два рецепта есть. Я случайно вот увидела такой метод быстрый, и потом с вами обязательно еще поделюсь. Все, отправляем на 4 минуты в микроволновочку и потом смотрим, что получилось. Так, у меня режим стоит 800, самый большой, да, значит, и на 4 минутки я включаю. Все, пускай готовится. Ну что, вот такие вот печенья у меня получились. Я их сейчас маленько лопаточкой подняла, да. Надо все-таки тарелочку смазывать маслицом, да, каким-то сливочным или подсолнечным. А вот, слушайте, 4 минуты это очень мало оказалось для моей микроволновки. Они у меня выпекались 10 минут. Вот, сейчас я их рассоединю. Смотрите, как они соединились у меня. И выложу на тарелочку. Так, ну что, вот такое вот печенье получилось. Вот оно, знаете, такое, как песочное. Вот, так что налила себе кофе и буду сейчас пробовать. Я уже кусочек попробовала, очень вкусно, прям вообще, знаете. Очень быстро, во-первых, без заморочек. Утром встал и приготовил для детишек, вообще самое оно. Так что пробуйте. Сегодня буду варить спагетти, потому что Гоша очень захотел еще раз спагетти. Мы позавчера делала я. Он сказал, сделай, мама, еще такое. Ну и сегодня будем готовить окрошку. У меня Ваня и Гоша окрошку не едят. Так что у них будет спагетти с мяском. А здесь хочу сейчас процедить. Я прям литровую баночку сцеживаю, чтобы они без ягодок были. Детки подходят и пьют. Наливают, пьют. Очень удобно, и так быстро очень уходит компотик у нас. Так что сейчас быстренько процежу, пускай остывает. А картошку будем делать окрошку. Опять рифмовка. Ну, я отварила яйца, картошку. Картошка, вот. Еще сейчас съездим, купим колбаску, и будет у нас окрошка. Окрошка, окрошка. Пила бы не бошку. Ох ты, чушка ты, весь грязная. Смотрите, все печенье съели, один оставили, одну печенюшку оставили папе.
И то хотели съесть. В общем, удачные такие печенюшки. Так что обязательно попробуйте. Только крошатся они прям, знаете, ну, ну пускай. А тут Гоша вчера ягодки из-под компота ему очень понравились. Вот я ему большие отложила, вишня. Ага. Большие мне понравились. Да. А маленькие какие-то невкусные. Ну, это смородина черная. Почему? Тоже вкусная. Но мне она не понравилась. Не понравилась, но вишню выбирай. У нас сегодня очень сильный ветер на улице и похолодало прям. Вот, так что, видите, прям тучи ходят. В общем, вот так. Закрыла окно, потому что летит грязь, прям пыль вообще. Я только протерла и смотрю, опять целый подоконник. В общем, все. Видите, детки у нас одеты, бегают. В общем, сейчас поедем. Сейчас поедем в магазин, съездим. У нас еще чек остался со скидкой на сахар. Еще сахара купим. Я помыла голову, еще не сушила. Да. Не сушила, в общем-то. Вот. Так что поедем. Молочка нужно купить, лаваш нужно купить будет. Вот я уже дома убралась, я помыла полы везде. В общем, чистота у меня. Вот. Все белье собрала вчерашнее, которое постирала. Все пересложила. В общем, везде у меня порядок. Так что сейчас съездим в магазин еще и буду готовить окрошку. Так что у нас сегодня на вечер будет окрошечка. Квас у меня уже в холодильнике стоит, холодненький. В общем, будет вкуснятина. Вот.
приехали уже с магазина, подъезжали к своей квартире, там форточки открыты, все проветривается, прям уже прям вот-вот. Уже в прошлом году казалось, что еще так долго ждать, а здесь уже совсем чуть-чуть. Это здорово. В общем, сейчас покажу, что мы... Проголосовали. Проголосовали, да, мы с Сашей, кстати, заехали. Так что не забудьте проголосовать. Все, сейчас показываю, что купили. Так, это со светофора у нас сосиски взяли. Колбасу взяли на окрошку. Ну, и не только на окрошку, тут хватит. Так, лучка взяли. Лука много не беру, потому что он такой, знаете, влажноватый, чтобы... не портился, лишний раз выкидывать, то есть сейчас я его выложу, он просохнет, и знаете, не всегда удается его сохранить, порой прямо уже порченный, хотя выбираем. Так, взяла крабовые палочки, сделаем салатик, потому что кукуруза есть. Так, и взяли Гоши ручки. Он в последнее время ручки просит. Вот в этот раз мы покупали ему ручки, но они какие-то не очень хорошие. Сейчас эти посмотрим. Так, сейчас Саша понес ему отдавать. Ой! Так, чуть не упала. Так, взяли сметанку для крошки. Так, следующее. Так, взяли минтай, тоже в светофоре, минтай такой хороший, прям вообще. И селедку, сейчас селедку почистим кусочками, и я ее посолю в рассоле. Мы солим скумбрию, и вот хотим селедку также попробовать. Так, следующие покупочки заезжали в ленту. В ленте взяли Машины хлебцы, она их очень любит. Так. Взяла я свои лаваши от вчерашнего числа. Там их мало осталось, они прям разлетаются очень хорошо. Майонез взяли. А огурчик взяли. У нас дома еще есть огурчик. И еще взяли, в общем-то. Так, и взяли мы еще сахара. 14 килограмм. У нас как раз еще чек оставался. 30% скидка. А, в общем, мы сахара еще взяли. В общем, сахара у нас сейчас много. Я буду пробовать варенье варить. Знаете, хочу в этом году сливовое какое-нибудь такое, персиковое сделать, что-нибудь вот такое. А, вот. Ну, в общем, сахар и солить буду. Помидорки, огурчики. В общем, это все пригодится. А здесь мне Ваня, я его попросила, он мне уже почистил яйца. Вот, надо было сказать, чтобы он мне почистил еще картошку. Я забыла сказать ему. Ну ладно, сейчас почистим, в общем-то, здесь немного. Ну и буду приступать к приготовлению окрошки. Так, рассол для селедки. Смотрите, на литр водички у меня здесь черный душистый перец. 2 столовые ложки соли. Можно гвоздику положить, но она у меня закончилась. И лавровый лист. Все, сейчас закипит. Рассол остынет. Селедку почистим и ее опустим в рассол. Саша сел делать окрошку. Вот, Ваня картошку почистил, а Саша ее нарезает, в общем. Вот, так что... мужчины мне сегодня мои помогают. Вот. Так, ну что, рыбка почищенная. Рассол уже у меня остыл. И я буду сейчас заливать все. Все. Все накрываем и где-то ставим на сутки. И рыбка готовая. Здесь Саша минтай чистит и режет. На завтра, в общем, приготовим. И завтра будет жарить.